Опять сидит, свои видео снимает. Лучше бы убралась, вон сапрофиты скоро заведутся. Ну, сапрофиты так сапрофиты. Всем спокойной ночи. Да, все-таки мне дошли руки убраться в своем примерном столике. Естественно, убираться самой мне было супер скучно, поэтому я решила записывать все на видео и поделиться с вами процессом. Я надеюсь, что вам понравится такой формат роликов. Ну и давайте уже начнем прибираться. Я думаю, все вы уже видели вот такие видео, как девочки убирают свою комнату. Правда, у них все эстетично, а вот я даже понятия не имею, как снимать красивые видео, поэтому будь что будет. С момента покупки этого гримерного столика я еще там ни разу не убиралась. И я думаю, по его состоянию видно. Ну, давайте попробуем это исправить. Надеюсь, данное видео замотивирует вас тоже пойти и убраться в своей комнате. Сначала я убрала все с полок и пропылесосила стол полностью. Далее, используя обычные фейри и обиженную на жизнь старую губку, попыталась оттереть грязь. Сделать это было достаточно тяжело, потому что пятна очень старые. Пока я терла это все дело губкой, я оттерла и саму краску. Мне пришлось замазывать вот эту дырень обычным корректором, потому что ничего другого у меня не было. Оттенки самой краски и корректора, естественно, очень сильно отличаются. Еще немножечко помыла зеркало, как только смогла. Эти очки тоже лежали на моем гримерном столике, и вы только посмотрите, какие они пыльные. Переходим к косметике. Тут я разобрала свою коробку с помадами, и оказалось, что там не только помада. Давайте починим эту коробку, как видите, она очень грязная, это никак не отстирать. Поэтому я измерила размер этой коробки и на дно положила новую бумагу. Согласитесь, так она выглядит намного симпатичнее. Я положила сюда все, что мне нужно. Ну а ту косметику, которая мне не понравилась, которая там плохого качества и так далее, я выбросила. Теперь расставляем все по местам. Я даже не знаю, как прокомментировать данный процесс, но это самая моя любимая часть уборки. Теперь переходим к верхней части столика. Тут я, кстати, случайно забыла поставить еще одну баночку с духами и зеркало. Уборка боковых полочек. Сейчас я вам расскажу, как они у меня устроены. На самой нижней полке у меня различные кисточки, а также косметика от Beauty Bomb и Stellery. На второй и третьей полке у меня была косметика от Essence, но в процессе уборки я решила это изменить. Теперь на второй полке у меня Essence, а на третьей полке сода. И вы меня спросите, блин, как у тебя поместилась вся косметика от Essence всего на одну полку? Так вот, открою вам секрет, мне ничего нифига не поместилось, поэтому специально для этого видео я купила себе вот такую вот передвижную полочку. Она, как видите, очень вместительная, на мое удивление. Ну и вот результат, который у меня получился.